Меня зовут Ирина Головицкая, в Bauhaus я занимаюсь образовательными программами и также являюсь куратором курса проектирования общественных пространств. В этом году мы запускаем курс уже второй раз, и в этом году при содействии фонда «Вера», поскольку фонд «Вера» курирует Дом милосердия Кузнеца Лобова, который находится в месте, которым будем заниматься, это поселок городского типа Поречье Рыбное. И у нас будет очень зажигательно, очень интересно, будет очень много лекций от разных специалистов, и мы поедем в Поречье, и будем там любоваться рекой, любоваться храмами, любоваться купеческими особняками, все смотреть, все записывать, со всеми разговаривать и в итоге создавать концепции развития общественных пространств этого места. Лекции у нас будут читать самые лучшие специалисты, преподавать будут архитекторы, которые умеют не только проектировать, но и общаться со студентами и с участниками курса. Я слышала еще не все лекции, которые будут читаться на этом курсе, поэтому я сама приду и тоже буду учиться вместе со всеми. Прием заявок еще идет, поэтому подавайте, мы всех рады видеть.